Вы смотрите видео об отеле Нити Резорт. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Нити Резорт расположен в стране Индия в регионе Север Гоа и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 48 километров от аэропорта Даболим, в поселке Калангут. Территория гостиницы занимает 1500 квадратных метров. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал до 50 персон, один бассейн на крыше, центр аюрведы, салон красоты, услуги врача, прачечная, лифты, бизнес-центр, обслуживание номеров, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф платно, душ или ванна, телефон, набор для приготовления чая и кофе, балкон или терраса не во всех номерах. Подключение к интернету Wi-Fi бесплатно, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 2 стандарт румс, 16 квадратных метров, вид на дорогу, без балкона, максимум 3 человек. 13 делюкс румс, 18 квадратных метров, вид на бассейн, максимум 3 человек. 5 суперия делюкс румс, 25 квадратных метров, вид на бассейн, джакузи в ванной комнате, максимум 2 плюс 2 человек. 4 мини-свитс, 27 квадратных метров. Спальня с зоной гостиной, межкомнатной двери нет, максимум 2 плюс 2 человек. 1 handicapped room, 27 квадратных метров, номер для инвалидов, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бассейн, сауна, парная. Также бесплатно доступны развлекательные программы. За дополнительную плату имеется сауна, джакузи, массаж, шахматы. Для детей есть в ресторане детское кресло. Песчаный пляж в 800 метрах от отеля. Год постройки гостиницы – 2008. Год, когда был сделан последний ремонт – 2013. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.